Друзья, скоро Новый год, настроение все лучше и лучше, Новый год все ближе и ближе, и у нас в магазине в Brawl Stars появляется праздничный набор, скины, гемы, тут все продают, все классно, ну блин, все стоит бабок, все стоит денег, Холдик как всегда все это купит, зритель как всегда обосрет Холдика, потому что он такой плохой донатер, а вот я такой хороший, и у меня нет денег задонатить. Но Холдик позаботился об этом, и я, ребята, для вас вот это все сделаю бесплатным. Вот так вот, просто класс, и вы получаете все бесплатно. Это не просто так, естественно, это будет конкурс, нужно будет выполнить условия, но конкурс запущу я сегодня или завтра. Мне осталось его полностью подготовить, все вот это, что я там запланировал, слепить все в один видосик, сварить, так скажем, кашу. Будут призы не только эти акции, будут крутые аккаунты, будут гемы, короче, будет много всего, об этом вы узнаете в следующем ролике. И если хотите, чтобы следующий ролик с конкурсом вышел как можно быстрее, подпишись прямо сейчас на канал, поставь лайк. Ну и как только данный ролик соберет 10 тысяч лайков, я этот конкурс опубликую. Я сразу же после того, как сейчас вот это куплю, пойду готовить для вас конкурс. Я его, блин, реально планировал еще в начале декабря, еще даже перед релизом. Я уже вся в голове прокручивал, что я буду разыгрывать. Нашлись спонсоры. Там не будет просто там несколько призовых мест, там 2-3. Будет реально много призовых мест, шансы есть выиграть у многих. Поэтому, блин, я для вас сделаю бомбу. Подписывайся и жди. Ну что, давайте разбираться, я не смотрел, не знаю, вроде там говорили, что должна быть оформление другое зимнее, если обновить игру. С этим разберусь чуть попозже, для начала задоначу то, что у меня в магазине. Ну конечно же, покупаю вот это, даблеры. Итак, следующая у нас акция $5 стоит, я сделаю скриншот, потому что не знаю, делал или нет. Приобретаю ее, естественно. Поехали. Так, покупочка завершена, найс. А, забыл кое-что вначале сказать, спросить точнее. Ребят, напишите в комментах, какие у вас аккаунты, сколько у вас кубков, есть ли у вас легендарки, если да, то сколько, если нет, так и напишите, у меня нет легендарок, потому что, ну, я хочу классные аккаунты разыграть среди вас и посмотреть, какое количество людей еще без легендарок и хочет легендарки. Напиши в комментариях, хочу легендарку, и напиши какую. Я вот буду вашим Санта-Клаусом, буду исполнять ваши мечты и постараюсь выбрать то, что вы хотите. У меня призов хватает, ребята. Дерзайте комменты, я хочу сделать вам реально приятно. Поехали. Поехали открывать сундук. Так, Бул, Рикошет. Мне бы воробушка, пожалуйста, дайте воробушка. Нита, окей, ладно. Фрэнк и билетики. Жаль, воробушек не выпал. Опа, а, тут несколько их. Вау, просто зашибись. Блин, там так классно вначале открылся. Хочу сделать на таком моменте скриншот. Леончик. Ну, Леончик у меня первый уровень. К сожалению, я не буду его прокачивать. Так, еще один, да? А, все, блин, жалко. Так, очень топовый скин на Ниту. Очень топовые эти скины я разыграю среди вас, однозначно. Ну что, давайте покупать. Нита, красный нос. Поехали. Ух, 100 гемов. Ай, не могу. Понеслась. Оба-оба-оба! Па-пам! Мне нравится то, что она открывается, как новый персонаж. Так, Динамайк тоже покупаем. Готово. Динамайк такой, Санта-Клаус маленький, отлично. Санта-Майк. Так, и кто у нас получается? Это Джесси, да? В таком образе эльфа. Эльфа. Ну, слушайте, больше всего мне нравится Нита. Напишите вы в комментариях, какой вам больше скин нравится. Итак, поехали все это тестить просто. Интересно, этот скин останется же, да, потом после Нового года? То есть я смогу с ними летом и осенью, и зимой играть. Так, вот новая карта, естественно. Поехали, поехали. Новая карта зимняя. Класс, ребята, класс, настроение просто бомбезное, блин, я желаю вам всем, у кого там какие-то проблемы, может, там в жизни, в учебе, еще где-то, ребята, я желаю вам скорейших решений проблем своих, чтобы у вас реально было праздничное настроение, чтобы у вас все свершалось, все сбывалось, короче, блин, ребят, хочу вас позитивом зарядить, реально, не грустите, у меня прям очень так все классно, я не знаю, вот, блин, смотрю, вот да, добавили вроде банально скины и карту. Все равно вот чувствуется, вот знаете, чувствуется вот все равно праздник скоро. Эх, так, ладно, смотрите какой мишка, охренеть. Так, мы проигрываем немного, да? Надо набить на ульту. Ах ты ж, блин. Снова медведь у Ниты. Блин, у нас команда немножко лохов.
Так, ладно, давайте сейчас попробуем затащить. Так, мне надо срочно набить ульту. Блин. Оу-оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо. Отлично. Добиваем. Да я добью ее. Да ну не может такого быть. Ну как же ей везет, а? Как же ей везет. Давай-давай-давай, эль-прима. Все, 10 кристаллов собрала Нита. Охренеть просто. И хрен ее догонишь. Так, медведь. Мишка, давай. Мы не успеем. К сожалению, мы не успели вообще. Давайте еще одну каточку. Хотя давайте теперь задру... Нет, еще одну каточку хочу. Блин. Хочется в ШД, но там карта та же осталась. Давайте посмотрим на лог поединка, какие у меня соперники были. Но... Да не, в принципе, покупкам нормальная. Но что-то как-то вот они плохо играли. Так, давайте еще одну каточку. А потом... Кто там, Динамайки, Джесси, да? Блин, вообще круто. Блин, ну Нита... У него что, олень, да, на голове? Так, а, вот смотрите, Нита без скина. А я со скином. А, кстати, я что-то не обратил внимания, мой предыдущий соперник тоже был со скином Ниты новогодним. Да ну, 100 гемов нормально, оно стоит того, реально. Очень крутой скин. Но не все могут себе позволить все скины. А может, кто-то вообще не может позволить себе ни один скин. Вот. Поэтому ставьте лайки, и Холдик выпустит видос с конкурсом. Холдик, почему я себе говорю, как о третьем лице? Так. Готово. Так. Есть. Найс. Вот это уже команда пободрее, да. Ой, а чё у меня так мало здоровья? Кто? Блин, кто наносит мне урон, я не понимаю. Коль, стреляй по турели. Чё-то я хилюсь слабо. Блин, мне вообще не нравится. Как я... Чё-то на Нити мне плохо играть. Не пойму, почему. Чё так я быстро мру? Стоямба. Давай, Шелли, ты чё, блин, тупая? Как можно было пройти и не выстрелить по Джесси? Я не понимаю. Так. 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 Есть контакт. Не попал ни разу по Джесси. Ой. Так, отлично, Кольт, молодец. Так, медведь, Мишка, прикрывай меня. Кольт, давай, порешай вопросы все. Так. Есть, у нас уже 8 кристалликов. Блин, вот этого не хватает в рояле. Вот снежной арены, хотя есть зимняя арена, но не хватает банально снега. Вот смотрите, нет, точнее не снега, банального настроения новогоднего. Вот в Clash of Clans есть такая тема, включить снег. Вот, почему нету в Clash Royale такого? Почему обделяют игроков в рояле? Я не понимаю. 2 года игре и ни на один Новый год я не помню, чтобы было праздничное настроение. Мы проигрываем, серьезно? Мы ж так хорошо выигрывали, лол. Серьезно, мы проиграли? Вы серьезно? Ну убейте. Я видел только, как играет Кольт. Что делает Джесси, я не понимаю. Я не понимаю, что делает Джесси. Ой, отмена, ребят. А я опять пошел в бой. Ну ладно, будет длинным видосик. Поехали. Так. Блин, не понимаю, как мы проиграли, блин. Я вроде все кристаллы до последней секунды у себя хранил, все было хорошо. Ну, по-моему, третий игрок в нашей команде просто ни хрена не делал. Мне такое чувство. Я за ним не следил, конечно, но у меня такое чувство, что мы играли вдвоем. Так, потом на видосе пересмотрю, что там Шелли делала всю игру. Смотрите, какой Эльприма красавчик. Блин, ну Мишка вообще зачетный, смотрите. Вообще прикольный, такой нарядный весь. Знаете, он мне напоминает медведя с мультфильма «Маша и медведь». Мишку с мультфильма «Маша и медведь». Так. Они-то как будто Маша, реально. Так. Так, есть. Пока ведем, 6-3. Давайте заберем у Эльприма кристаллик. Так, надо еще протестить. Мне интересно, Динамайк также петардами стреляет или что-то добавили к геймплею новогоднему? Так, получается нам один кристаллик. Вот он. Оп, все, погнали.
Сейчас набью ульту, еще Мишку выпущу. Оп, погнали, Мишка. Так. Что-то Эльприма в конце начал играть. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Эльприма, уходи. Да зачем ты, Эльприма, не агрись. Дайте затащить каточку. Дайте сохранить нити 300 кубков. Хорошо, замечательно. Теперь погнали протестим Дина. Дина Майка. Я, кстати, звездный игрок. Это просто божественная нита. Так, окей. Дальше поехали. А, кто у нас? Динамайк, Динамайк. Вот он наш Динамайк, поехали. Стой, 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 отмена. Ну ладно, погнали еще в этом режиме. Так, мне интересно просто, он стреляет чем? Может, какими-то новогодними подарочками? О, да, кстати. Вот эти конфеты, да? Конфетами. Так. Ну, Динамайкам тут попроще будет мне. Так, так. Блин, нита, 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 нита. Да сдохнешь уже, а? Я тоже сдох. Давай, Шелли, Шелли сейчас подойдет, отлично, вынесет Динамайка. Смотрите, сейчас будет минус Динамайк, да. Есть, есть такое у нас. Так. Так, готово. Ну все, тут центр наш, отлично. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Какой опасный Динамайк. Блин, охрененная бомбочка. Тупо мешочек с подарками, по-моему. Все, Динамайк не хочет нас атаковать. Видимо, разочаровался в своей команде. Так, у нас уже 6 кристалликов. Замечательно. Так. Блин, это приятно, что разработчики что-то на Новый год добавили. Конечно, обидно, что платно, да? Нет бы добавить временные скины, но бесплатные. Ну, чтобы все могли поиграть с ними, я не знаю. Ну, сами понимаете, ребята. Ничего не бывает бесплатно. Коммерция, она такая. Все хотят зарабатывать. Так. Так, 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 так. Тихо, тихо. Но все-таки я считаю, что Новый год это такой праздник, где можно что-то и подарить. Ну, не обязательно там за это требовать деньги, там еще что-то, да? То есть можно было бы... О, кстати, Динамайк с пассивкой, я только сейчас заметил. Ну, пускай хотя бы один такой универсальный. Хотя что, они добавили скины. Барли, да? Бесплатный. Но это же не новогодний, да, получается? Все-таки я забыл, что разработчики скины бесплатные добавляли. Не забывайте, ребята. Шелли, Барли, кто еще? По-моему, вот это два скина бесплатных для всех. Поэтому не забывайте про это. Помните доброту разработчиков. Блин, Джесси, капец, что она творит? Она могла сдохнуть сейчас. Замечательно, плюс 5 кубков. Ну и осталось протестить последнего перса. Это Джесси, давайте. Давайте, где тут Джесси? Так, 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 Джесси, 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 ты где? Вот она, Джесси. Ой, тихо, тихо, тихо. Давайте выберем... Блин, этот скин тоже прикольный. Стоп. Не Джесси, а кто? А кто тогда эльф? Блин. А, Пенни, ёлки-палки, Пенни. Пенни. Я что-то на Джесси подумал. Ну, поехали, поехали на Пенни поиграем. Ой, ребята. Это все классно. Ждите, сегодня будет стрим по ссылке в описании. Приходите, буду играть, поднимать всех, наверное, персов, на которых сегодня закупил скинов. Поэтому, кому интересно, жду вас сегодня на стримчанском, дорогие друзья. Так. Так, есть. Ай-я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 й. Оу, Шелли, 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 Шелли. Ну где ты, Шелли? Ну подойди же, помоги, Шелли. Я понял. Не было у нее в планах мне помогать. Принял. Я много пропускаю. Пипец много. Так, ладненько. Я думаю, что Шелли уже обходит. Да, вот она, Шелли справа. Так. Давай, давай, Шелли, Шелли, блин, ну почему мне Нита не помогла? Почему? Ну что за команда-то такая? Ну блин, мне обидно, что они так плохо играют. Ну как обидно? Похер. Ой, я поставил мортиру как-то. Далеко. Так. Давай, 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 я помогу тебе. Давай, 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 давай. Ну, вряд ли мы уже, конечно, заберем эти кристаллы. Но хотя бы вот центр отвоевали. Отлично.
Так, вот, сейчас попалась. Давай, забирай. Все, Нита заберет, сейчас и у нас будет 10 банок, отлично. Так. Тихо, все, уходим. Так, все нормально, пожалуйста, уйдите на базу. Шелли, подойди хотя бы ближе сюда, отлично. Так. Кстати, Пенни тоже, по-моему, стреляет такими мешочками с подарков. Я отвечаю, по-моему, Шелли тупит. А, нормально, там же 11 банок у кого-то, у Ниты. Короче, мне очень нравятся скины. Это плюс к настроению праздничному. И, ребята, я реально хочу его добавить и вам. Через, может, часик-два, либо завтра, не знаю, я выпущу ролик, который давно хотел сделать, уже ждал этого дня. Но вы тоже ускорьте процесс, соберем 10к лайков, сразу публикую, сразу. Жду ваших лайков, подписывайтесь и ждите конкурс, ребята. Всех люблю, всех обнял. С наступающим. Скоро увидимся. Пока.